Два взрыва прогремели возле резиденции кандидата в президенты Афганистана и бывшего министра финансов Ашрафа Гани в Кабуле. О жертвах и пострадавших пока информации нет. Сам политик в это время находился за пределами города. Теракты совершили смертники. Один из них подорвался в заминированном автомобиле, второй привел в действие поезд со взрывчаткой. Ответственность за случившееся взяло на себя движение «Талибан». Напомню, президентские выборы в Афганистане пройдут через месяц.